Да будет свет на развязке в микрорайоне Солнечный. Накануне зажгли фонари. Правда, только на одной части магистрали. Как пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства, полностью осветить развязку мешает отсутствие технического соглашения с МРСК Сибири. Напомню, включить фонари обещали еще в октябре, однако сроки сдвинули. И сейчас обещают, что свет появится в течение 2 дней. Водители неоднократно обращались к нам в редакцию, жаловались на то, что дороги почти не видно. В начале недели новости ТВК передали в городскую администрацию список темных улиц нашего города, которые мы составили по вашим СМС-сообщениям. И буквально полчаса назад закончилось выездное совещание по этому вопросу. Его провел глава департамента городского хозяйства Игорь Тетенков. Где еще появится уличное освещение в ближайшее время, расскажем сегодня в ночных новостях в 23:00.